В Тамбовском областном филиале Демократической партии АКЖОЛ состоялась очередная отчетно-выборная конференция. В ее работе принял участие председатель партии, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Азат Перуашев. В первую очередь участники конференции единогласно избрали председателем областного филиала Асана Кошмамбетова. Также в ходе совещания новым членам были вручены партийные билеты. На сегодняшний день количество акжоловцев насчитывается около 260 тысяч человек. Помимо политических вопросов, партии проводят системные мероприятия по распространению идеи алашардинского наследия. К примеру, столетие правительства Алаш широко было отмечено и 150-летие Алихана Бокиханова и Мушайра международных акынов Ельменьер. На конференции также был озвучен конкретный план работы по развитию важных для населения социальной и политической сфер. Наша цель – поддержать рыночную экономику нашей страны, а это антимонопольные мероприятия, поддержка предпринимателей, защита их прав. Мы народная партия, и мы должны делать все во благо народа.